Всем привет, дорогие мои! Сегодня у нас будет экскурсия, но не развлекательная, а познавательная. Сейчас у меня клиент полностью рассчитался по квартире. Перед тем, как дать ему ТАПУ, ТАПУ – это документ, который подтверждает вас как собственника, нужно обязательно получить турецкий налоговый номер. Сейчас вот мы приехали в налоговую инспекцию. Налоговый номер получается на втором этаже. Кто не знает, где она находится, она недалеко находится возле Башкент-Хастана. Прямо можете к Башкент-Хастане подъезжать и спросите у любого турка, он вам скажет, вот как она выглядит. Сейчас мы зайдем внутрь, я не знаю, разрешит мне там снимать или нет. Ну, попытаюсь снять. Ну вот, зашли мы в налоговую. Поднимаемся на второй этаж. Для получения налогового номера нужен паспорт и точный адрес квартиры, которую купил человек. Ну вот здесь на втором этаже мы и покупаем. Вот наш счастливый обладатель. Сейчас будем получать налоговый номер. Вот здесь вот получается. Ну вот все, буквально у нас получение налогового номера заняло буквально 3 минуты. Сейчас все документы отдам в кадастровое управление. В течение 3 дней уже будут готовы документы. Так называемая ТАПУ. Надеюсь, моя информация была вам полезной. Всем пока!